Дерегуляция в портах, привлечение инвестиций и другие реформы обсуждали сегодня на Черноморском экономическом форуме, который проходит в течение 2 дней в Одессе. Представители бизнеса из Черноморского региона, городские и областные чиновники поделились своим видением ситуации. Черноморский экономический форум собрал около сотни представителей частных компаний, чиновников и руководства города и области. Обсуждали проблемы развития экономики, а также шаги по улучшению ситуации. Безусловно, мы заинтересованы в инвестициях во все отрасли экономики города. Но в первую очередь мы готовы рассматривать выделение площадок под проекты по переработке отходов, внедрению энергосберегающих технологий, развитие транспортной инфраструктуры. Несколько таких инвестиционных предложений уже активно прорабатываются нашими профильными департаментами. Мы предлагаем глубокую дерегуляцию. Мы предлагаем, это все под законопроектом, упразднить визовые требования для всех стран, в которых ВВП выше, чем Украина. К сожалению, это очень много стран в мире, кроме особых случаев национальной безопасности. В городе Одессе есть сумасшедший туристический потенциал. Одно из основных направлений развития экономики – это порты. По словам чиновников из АМПУ, за последние 2 месяца отрасль реформировали. Правда, еще остается много работы. 90%, как я уже сказал, дерегуляционных инициатив было выполнено. И сейчас мы подготовили новый пакет реформ. Это второй этап дерегуляции, который мы… Есть определенная уверенность, что до конца года нам удастся его выполнить. Форум продлится 2 дня, в течение которых чиновники и бизнес-сообщество Черноморского региона обсудят инструменты успешных реформ и привлечения инвестиций. Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал.